Так, ну, я тебе хочу сказать, что нас уже слышно. Я даже не знаю. Нас слышно, но еще не видно. Ты готов к тому, чтобы нас стало видно? У меня такой вопрос к тебе. Ой, господи помилуй, ну поехали. Итак, вот оно. Давай твое вот этого. Добрый день, как там? Кстати, есть, да. В комплекте есть. У меня новости про говно. Ну, одна. Ладно. Молодого мужчину справа говорит, не слышно мне. Сейчас, подождите. Так. Молодой мужчина справа, скажи, пожалуйста, что-нибудь. Что-нибудь говорю. Подожди, теперь ничего не говори, молодой мужчина справа. А теперь можешь сказать еще что-нибудь. Ничего не говори. Да, вот. Все, всех слышно, все готовы. Типа, наверное. Типа. Как дела это? Отлично. Сука. Я сижу со включенным кондиционером. Ё-моё. Ты обещаешь... Так, подожди. Какой у нас... У нас нет никакого порядка. Никакого порядка. У нас есть... Не слышно, говорит Макс. Слышно же. Его же слышно. Подожди, его же должно быть слышно. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Ку-ку, мой мальчик. Он актер, у него лучше должно получаться. Нет, чё вы врете? Все должно быть нормально уже. Чё обманывают нас? Я сейчас послушаю. Да, я сейчас тоже послушаю. Я сейчас вот сам послушаю. Я, в общем-то... Я сейчас тоже послушаю. Я сейчас вот сам послушаю. Слышно. Слышно, все слышно, все нормально. О, норм, да. Поэтому приветствие просрано. Приветствие прослано. Просрано благополучно. Поэтому я начну, пожалуй, не с дичи. Ну давай, какой сегодня день? Сегодня день, в который... НДЛД случается в режиме низкой задержки навыка плея, между прочим. А ты в курсе, что я один из счастливчиков этого режима? А ты красава. Короче, сижу я такой... Я тебе уже говорил, что это такой, ну, как бы, окей. Окей, да. Ну, нашим зрителям не придется ждать по 10 секунд, чтобы сказать, что тебя не слышно. Че, все нормально. Вот. Ну да. ВК-плей, привет. Я знаю, что вы этого никогда не увидите. Привет вам и спасибо за режим низкой задержки. Да, нас будет слышно сегодня. Да. Вот. Личная дичь. Нет. Какой сегодня день? Вот. А вообще, сегодня 27 апреля 2024 года, суббота, и сегодня отмечаются такие великолепные праздники, как День 50% вероятности встречи с динозавром. Хорошее начало. Подожди, а я понял, в чем прикол. 50% либо встретишь, либо нет. Абсолютно. Огонь. Лука, здравствуйте. Каждый день такого встреча. Вот, ну, как бы, так. Да. Дальше. Всемирный день исцеления. Блин, а почему я так болен? Ладно, все, простите. Международный день настольных игр, между прочим. Это хорошо. Да, день азбуки Морзе. Это тоже хорошо. День работников вахтового метода. Ужасно. Я очень уважаю и сочувствую работникам вахтового метода, потому что я понимаю, что я бы так никогда не смог. Так. День говяжьей вырезки. О, трудно. Красота. И Международный день ветеринарного врача. Это последовательные новости. Ну, они не так написаны, но я сделал. День рождения памперсов. Поздравляем памперсы с днем рождения. Поздравляем. День биолога, день чистого бокала, Всемирный день графического дизайна. Так. Вот. День Республики Саха (Якутия). О, поздравляем жителей Республики Саха (Якутия), конечно. Да, Международный день скульптуры. Поздравляем скульптуры. Да. День святой Зиты. Игиты. Блять. Между прочим, покровительницы официантов, лакеев и домработниц. Окей, так. А подожди, это святая Зита, это откуда? Она из Индии или? Я не знаю. Хрен его. Ну ладно. Не написано. Так. Ну, и, где это было? Не написано даже, сколько празднуется, но, видимо, давно. Да, Всемирный день Тайдзи и Цигун. Переводи. Ну, вот эти вот, где китайские дедушки стоят на улице и делают вот это вот все, цигун-зарядка, и вот это вот все, вот это. Что-то я вообще не понял. Если не до ушу. Ушу, которая в виде культуры преподносится, да? Которая медленно, так. Вот это вот так вот они там вот. Ну, это я, вот, наверное, вот понял, вот да, о чем речь. Да. Так. Вот теперь очень, я не знаю, что это и как это, но Всемирный день диско-супа. Теперь я тебя вижу. А вот она я. Все да хорошо. Так. Ладно. Всемирный день вина Марселан. Это очень хорошо, да. Всемирный день Тапира. Это вообще прекрасно. Тапиры, да, тапиры хорошо. Да, а теперь поехали по таким маленьким, вот, не особо всемирным. Это день рождения ослика ИА. Подожди, ИА или ИА? Или это друг... ИА. То есть это какой-то другой персонаж? Не тот, который... Ну, на английском это называется Yours Birthday Party. Окей, допустим. Ну, ИА, это ослик от... Вот от... Это же оттуда же, да. Нет, я думал, просто он одиночным ИА. Да хер его знает. Ну ладно. Поздравляем, день мармеладных мишек. В скобках ИА. Все, хорошо. День мармеладных мишек. День наблюдения за птицами. День свободы в ЮАР. День мясных ребрышек. День спасите лягушек. День поцелуя надежды. День обоняния. Так. В танки не пердеть. И наш праздник сегодня, между прочим, с вами, Олег, день рассказывания историй. Одна история восхитительнее другой. Да, 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 да. День Вуди Вудпекера, вот того самого, который... Блин, у меня нет ветрозащиты. Бедные уши наших зрителей. Что-то с трансляцией или с моим аппаратом, пишет нам товарищ... Товарищ кто? Товарищ Арк. Что-то с трансой. Не, ну, кстати, я нажал F5, и она... Она лагает. Так, и тут еще немножко, самая малость. День детей в Колумбии. День... Да. Здравствуйте, Игорь Александрович. У вас тоже лагает или что? Это все ваша низкая задержка. Не знаю, я... лагает, да, действительно. Да, я попробую. Да, я попробую вкл-выкл сделать. Ну, вкл-выкни. Так. Что-нибудь изменилось, интересно? Что-нибудь... работает, вроде бы. Я тут пляхаю. Так, господа уважаемые, скажите, пожалуйста... Что-нибудь изменилось в лучшую сторону или нет? Так, ща норму вроде. Ща вроде норм. Хорошо. Хорошо. Так, хорошо, ну мы попробуем. У меня просто никаких лагов в ОБС нет. Дискосуп запомнился. Да. День маленькой избалованной собаки, хочешь? Окей, так. День открытия бассейна. День пирожных дьявольская собака. И из интересного, ну, собственно, ну, допустим, день Бейбрута, я не знаю. Во, день памяти вождя Лапу-Лапу на Филиппинах. Мы поздравляем... 503 года, между прочим. Не памяти, мы, это как сказать, чтим память вождя. Чтим память вот Лапу-Лапу, да. Да, вот. Ну и Международный день кукольного театра. Как это было бы неудивительно, хотя он вроде бы раньше, или это не международный. Ну, в общем, да. И, конечно же, именины у Александра, Антона, Ивана, Валентины, Мартина, Христофора и Епифана. Сердечно поздравляю. Я так думаю, что у нас есть из названных только Александры. Александры — это не женщины, в смысле, это... Несколько Александров. В количестве нескольких штук Александры мужчины. Да. Мы вернулись, вроде как... Слушай, ну я смотрю стрим, вроде как все хорошо. Ну, вроде как да. Вроде как больше ничего, никаких проблем быть не должно. Че, дичь по Текину нужна или никому уже нахер не... Давай. I am I. Спасибо вам за фоллоу. Дичь по Текину. Я его удалил. Давай. Ты удалил Текин? Да. А че? Понимаешь? Я, короче, он что? Устал? Он меня устал. В один прекрасный момент я понял, что каждый раз, приходя домой и начиная, играть в камень, ножницы, бумагу и нереальную реакцию, которой у меня нет, потому что я старый дед, вот, я очень сильно от этого всего действительно как-то устал, и я решил сначала сделать паузу, скушать кикс, да? Какой ведущий такие шутки, простите. Вот, сам посмеялся еще даже. И я такой, я, пожалуй, отдохну от этого всего. Я решил отдохнуть более радикально, я его нахер удалил и поставил на его место Devil May Cry, благодаря которому я получил несколько дней хорошего удовольствия на стримах. Вот. А у тебя тот самый DMC, который без циферок, да? Без циферок, я его прошел и скачал уже с циферкой 5. Потому что 5, я скачал сначала с циферкой 3, но он крайне проблемным оказался на современных системах. Ну да. Там с геймпадом траблы, там... короче, там всякая разная чушь. Вы еще старых... в пятом, кстати, проблем нет. Вы еще старых не видели, вот в наше время стариков уважали. Я и сейчас вполне себе уважаю взрослых людей. Александрович, уважаем. А вот, я, конечно, утрирую, да. Мой дед сам говорил всегда, что до 60 молоды все, я, в общем-то, с ним согласен. Ладно, что-то, короче, душнило какое-то от меня пошло. Давай, короче, это... Короче, из личной дичи, да, значит, мне... Дважды показали язык. Так. И мы видели... один раз. Я перепутал, да. Один раз дети, да. И один раз мы видели замечательную картину, когда шли домой. Одна машинка оттащила другую. Вот вроде бы ничего сверхъестественного, да. Просто на трассе тянет одна машинка, поломатую другую. Но из машинки, которая тянет, звучала идеальнейшая музыка для такого времяпрепровождения. Потому что это были фиксики! И вот это «У друзей нет выходных». Та-та-та, та-та-та. И как мы орали просто. Неплохо, неплохо. Да. Потом второй момент в тот же вечер, по-моему, произошел, когда мы идем, впереди нас идет молодая пара с ребенком в колясочке, и там что-то он такой... Мама такая, вот, закончились одуванчики, там, тра-та-та, нету одуванчики. А мы идем, кушаем с Крис мороженки. Вкусные такие все. И мороженки тоже. Значит, они нас чуть впереди, и, в общем... Отец семейства отходит к клумбочке, находит одуванчик, а ветер такой серьезный. Я, значит, только открываю рот пожрать мороженки, он срывает одуванчик, но уже не желтый. И несет, собственно, ребенку к коляске. Одуванчик сдувается, и все летит мне в рот. Неплохие приключения. Я говорю, спасибо за одуванчик. Я говорю, спасибо за одуванчик. Такие, ой, простите. Да ничего страшного. Одуванчик, мороженка со вкусом одуванчика. Все нормально. Одувал НДНД. Да. Вот, а про язык это я, короче, малым, с пацаненком, забирала заказ, и что-то она там пока, так сказать, на кассе выясняла какие-то свои отношения и все остальное. Малой от нечего делать, просто глазел по сторонам, увидел меня, подошел в упор, такой вот это, смотрит на меня снизу вверх, такой... Просто стоит, так улыбится и показывает мне язык. Я ему так, знаешь, не дотрагиваясь до носа, так пунь, и улыбаюсь в ответ. Сынок, пойдем. Он такой, и ушел с высунутым языком вслед за маман. Кайф. Так. Ну что? Что? Между прочим, ваши вот эти шутки про Курва-Бобера... А что это наши? Ваши, это вы начали в чате в прошлый раз. Знаешь, что они вылились вообще? Во что? Бобры устали слышать Курва от поляков и взялись за нож и огнестрел. Чего? Инди-разработчик представил хардкорный экшен «Бобр Курва». Это типа, как помнишь, когда-то давным-давно был этот олень-мститель. Да. Новость предоставлена портальщиком AXBT. Знаете же такой? Ну да. Известный польский мимас вдохновил инди-разработчика. Бобры готовятся нанести ответный удар в Бобр Курва. В сети завершился ролик с бобром и оператором-поляком, выкрикивающим «Бобр Курва». На это посмотрел один из инди-разработчиков, и в голове созрел план. Смук, наверное, так считается, GM добавил в Steam страницу «Бобр Курва». Завязка сюжета следующая. Бобрам надоело, что их называют курвами. Они решают сбежать из Польши, однако их путь к свободе далеко не легок, поскольку густой польский лес кишит коварными существами и опасными препятствиями. Бобр Курва позиционируется так. Это рогалик, вдохновленный мемами о польских бобрах, в котором особое внимание уделяется хардкорному геймплею. Вы управляете 3 уникальными героями-бобрами одновременно, каждый из которых обладает своими собственными заклинаниями и улучшаемыми способностями. Ваша цель — провести их через опасные польские леса, сражаясь с врагами и преодолевая препятствия, пока они, наконец, не достигнут границы. Релиз «Бобр Курва» запланирован на май 2024 года, пока без более конкретной даты. Добавить список желаемых в Steam можно по следующей ссылке. Судя по оформлению страницы и заявленному списку поддерживаемых языков, будет перевод на русский. Я предлагаю ввести новый жанровый отдел под названием «Боброгалик». Есть, между прочим, это. Ну ты понял. Ролик? Есть трейлер. Твою налево. За шо? Так, надо, короче, стопнуть, да? Пока что. Музыку, ну типа того. Да, надо. Подожди, нам ее не здесь надо стопнуть. Это страшно. Тебе что-нибудь слышно там? Да. Хардкорный боброгалик. Йоу! Это еще и бобровый Айзек, да? Что-то вроде. Охренеть. Все получат по хлебалу, да? И еноты тоже. Отрычок ничего, так, между прочим. Да. Да. Мик Курван поработал над саундтреком. Я как любитель всяких вот этих вот подобного... Тихо, заткнись. Что ты начинаешь вот это вот? Это я не тебе, если что, это я. А я вообще молчал. Замечательной музыки нашей. Я как любитель такого жанра... Будешь брать? Да. Да, почему нет? Мне кажется, это должно быть как минимум забавно. Ну, вообще да. Вот так вот я решил задротским почерком открыть наш сегодняшний разговор. Коллега, предлагаю вам разбавлять. Продолжу про животных. Я думал про задротов, ну ладно. Нет, про животных. Людей, укушенных змеями, просят перестать приносить их с собой в больницы. Там происходят какие-то неприятные вещи, да, потом? Так. Наверное, да. Недавно в отделении неотложной медицинской помощи в больнице Бандаберга, Квинсленд, Австралия, произошел неприятный инцидент. Туда поступил пациент с подозрением на змеиный укус, который принес с собой и саму предполагаемую виновницу – ядовитую и крайне опасную восточную коричневую змею, сидевшую в плохо закрытом пластиковом контейнере. И хотя все обошлось, пресмыкающаяся чуть не стала причиной всеобщей паники. Именно поэтому австралийские врачи обратились к общественности с просьбой. Прежде всего, это касается людей, укушенных змеями. Не нужно приносить пресмыкающихся с собой, ведь змеям в больнице не место. Большинство докторов все равно не смогут идентифицировать то или иное опасное ползучее создание. Да и это не требуется. Врачам достаточно взять у пострадавших кровь на анализ, чтобы определить, требуется ли противоядие, и если да, то какое. А вот змеи в отделении неотложной помощи, особенно если они вырвутся на волю, это проблема. Причем боль. Ну, не такая уж и дичь на самом деле. Чё? Ну, ты какого в пределах хрена... Австралии, да. Какого хрена он принес змею? Иди. Это она. Фу, это она сделала, она меня убивает. Да, она меня убивает. Это какая-то Индия была сейчас. Святая корова. Так, а напомни, змеи у нас рептилии или нет? Я что-то это... Считаются они таковыми? Или как там? Я просто как-то... У меня вроде как по биологии 5, но надо сейчас, наверное, 2 поставить. Да. Тебя, кстати, очень плохо слышно. Алло? Эд? Тебя было слышно... Сосчитай до 5, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Замечательно. А что это такое было, интересно? Что откуда за... я знаю? Сюда перебои в дискорде какие-то. У нас в приемном покое такие змеи работают. За полставки санитарки. Им эти колбасы шипящие, во-первых, все в лицо знакомы, во-вторых, не страшно вообще. Здравствуйте, черепаха с тротилом. Здравствуйте. Так. Я продолжу про рептилий в таком случае. Давай. Аллигатор. Ага. Застрял в трубе. Ага. На полгода. И выжил. Ну, это уже хорошо. В США аллигатор застрял в трубе и провел в ней полгода, сообщает VTOC TV. За хищником, попавшим в дренажную трубу в городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, 6 месяцев наблюдали жители города. В результате они обратились... Нимастори. Здравствуйте. Спасибо вам за фоллоу. Сейчас будет второй алерт от ВКПЛ. Второй раз здравствуйте, да. Так, ну давай. Ну ВКПЛ. Ну, или кто там? Нет, Donation Alerts это. Ну... Вот сейчас же я начну считать, и... Почему не все судьба. Идет? Почему все идет не по плану? Здравствуйте. Здравствуйте. Нимастори. Приятно присаживаться и здорово, и, короче, располагайтесь. Здравствуйте, Владосик. Здравствуйте. Я продолжу. Здравствуйте. За хищником, попавшим в дренажную трубу в городе Хилтон-Хед-Айленд, штат Южная Каролина, 6 месяцев наблюдали жители города. В результате они обратились к специалисту Мэтту Крейкеру. 6 месяцев, сука. Ну вот примерно так, наверное, да, это выглядело. Интересно, да? Крокодил. Где-то, подожди, где-то у меня был, по-моему, вот это. Нет. Вот. Какой таймер? Что, правда аллигатор? Может, игрушка? Так. Он прибыл на место. Снял решетку с одного конца трубы и освободил аллигатора. Как только рептилия оказалась на свободе, она сразу же побежала к воде. Крейкар заметил, что нос аллигатора изменил цвет из-за постоянного трения о решетку. Специалист заявил, что аллигатор выжил благодаря умению впадать в спячку, которая называется брумацией у рептилий. Когда становится прохладнее, они отключаются. Таким образом, аллигатору не нужно было есть так много, как летом. Я уверен, что через эти трубы проплывали рыба и черепахи, так что не похоже, что он голодал, уверяет Крейкап. Такие дела. Есть фоточка. Вот это вот создание. Я посплю. Он спал, и те черепахи, и кто там еще, которые проплывали мимо, они не проплывали мимо, а проплывали ему в пасть. И помогали нашему бедному крокодильчику спать спокойно. А сами засыпали вечным сном. Ваша очередь, коллега. Инцидент, снятый на видео в Эшвилле, Северная Каролина, да, показался тревожным всем, кто неравнодушен к дикой природе. Незнакомцы, увидевшие на дереве двух медвежат, принялись стаскивать их с веток, чтобы, прижимая к себе как игрушки, сфотографироваться на память. Вот только теперь этим случаем заинтересовались власти и особенно комиссия по ресурсам дикой природы. Хотелось бы идентифицировать этих любителей медведей и как минимум провести с ними беседу. Эбби Хопс, специалист из комиссии, пояснила, что подобное близкое общение опасно и для людей, в случае, если бы поблизости оказалась взрослая медведица, и для медвежат. В результате они могут оказаться разлученными с матерью. Как ни жаль, но именно это и произошло с одним из юных медведей. Он запаниковал, потерялся и не смог найти родительницу. Хорошо еще, что о медвежонке теперь позаботятся в Центре охраны дикой природы, где он будет жить, пока не повзрослеет. Видео отправлено. О, видео. Видео. Где у нас видео? Да. Я уже даже и забыл, что мы же смотрим видео в том числе. Да. Так, ты туп. Ты туп, ты здесь. Вот оно. Ох уж эти, сука, вертикальные съемки. Вот. Да, и перевод должен быть, какого хрена они там творят. Давай слезай уже, да? А, докопались до маленьких бедных медвежат. Говорит, маленькая милость. Милота. А ну он, говорит, напуган. Запал. Конечно. Какие-то люди пришли, вот это вот. Мы будем переходить к менее позитивным новостям, потому что у меня, в общем-то, про дебилов в этот раз очень много. Какой автор, такие, видимо, и новости. Потом... Да тут не надо. Короче... Жительница Южной Кореи влюбилась в Илона Маска и отдала ему 50 000 баксов. Но это был не Илон Маск. Ну, да, Илон Маск здесь написано в кавычках. В июле 23-го года в одной из соцсетей мужчина под ником Илон Маск добавил кореянку в друзья. Понимаешь, ЧС вырастет сразу, вот, моментально. Хорошо. Он будет нашими глазами. Между ними завязалась переписка, которая переросла в дружбу, думала женщина. Ну хоть не в перепопку. Подожди. Да. Она рассказала в беседе с Korea Herald, что не сразу поверила в то, что общается с настоящим Илоном Маском. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. По словам собеседницы, она является поклонницей миллиардера, следит за его жизнью и прочитала биографию. Где? Тихо. Это было в тему, да. Это было великолепно. Это было прекрасно. Спасибо. Так, однако ее виртуальный знакомый рассказывал много подробностей из частной жизни, о детях, как летает на вертолете на работу. При этом он признался, что редко общается с поклонниками. Ну да, наверное, это так. Кроме того, Илон Маск стал звонить кореянке и часто делал это с помощью видеосвязи. Вероятно, в этот момент аферист использовал технологию дипфейка. Это, к твоим словам, о перепопке. А однажды признался подруге в любви. О боже. Так и сказал. Вспомнила кореянка. А знаешь, я ведь тебя люблю, сказал незнакомец этой женщине. Илон Маск. После этого отношения вышли на новый уровень. Фальшивый Илон Маск убедил женщину, что сделает ее богатой, но для этого ей надо перевести определенную сумму на счет корейского сотрудника. Корейского сотрудника Маска. Корейского. Почему? Да потому что. Он сделает ее богатой. Да. Дай денег, я сделаю тебя богатой. Да. Дело-то в чем? Она ж перевела. Для этого ей надо перевести определенную сумму на счет корейского сотрудника Маска, чтобы тот вложился в одно из предприятий миллиардера. Жертва осталась без 70 миллионов корейских вон, что в эквиваленте равно 65 тысяч баксов. Да. Новости про дебилов и говно. Неотъемлемая часть... нашей не очень еженедельной рубрики. Да, не очень еженедельной рубрики. Че, еще дебилов надо, нет? Подожди, я могу поддержать. Давай. Мошенники склеили скотчем 2 лотерейных билета и попытались получить $1 000 000. Мне что-то подсказывает, что у них не вышло. Какой ты догадливый. Так. Кира Эндерс из Пенсаколы пришла в штаб-квартиру лотереи штата и заявила, что претендует на выигрыш, причем очень крупный – $1 000 000. В качестве доказательства дама предъявила билет, но это доказательство сразу вызвало подозрение. Билет был как-то странно склеен скотчем, хотя Кира и объяснила, что случайно намочила и порвала билет, а потом починила его. Впрочем, сотрудникам лотереи не составило труда все проверить и установить, что никакой выигрыш женщина получить не должна, ведь она просто склеила вместе 2 билета, даже не обратив внимания на то, что у билетов разные серийные номера. Я бы сказал, ведь она просто охуела. Ну да. Удивительно, что ни один из билетов вообще не был выигрышным. Так что непонятно, на что именно рассчитывала мошенничество. Мошенница. Вскоре выяснилось, что Кира действовала... Да. Вскоре выяснилось, что Кира действовала не одна, а в компании со своим бойфрендом Дакотой Джонсом. Сука, парочку. Да, парочку, решившую по-легкому, в скобочках и довольно по-глупому, заработать $1 000 000, арестовали. В офисе шерифа... У нас, короче, день шизофазии, я понял. Да, в офисе шерифа заявили, что Кире и Дакоте придется убедиться, то, что они задумали, это не какие-то шуточки, а самое настоящее преступление. Какой ужас. Да, не, ну это прям вот могучий поступок, да, 2 билета разного всего и такие, ну, мы выиграли $1 000 000, нет, вы выиграли пиздолей. Вообще. Понарожают, блин. Так. По объявлениям, да? Девушка изменила возлюбленному в отпуске и попросила его оплатить билет домой. Знаешь что, вот родной, я тут, короче, гуляю на стороне, дай там это денег, да, отвали. Я домой приеду. Ну мне как бы пора бы уже домой. Челодой маловек пожаловался на измену возлюбленной в отпуске и получил поддержку в сети. Своей историей он поделился на форуме Reddit. По словам автора публикации, они с девушкой встречались 2 года. Весной 24-го влюбленные решили отправиться в путешествие в Италию, которое полностью оплатил молодой человек. Все шло хорошо, пока в конце отпуска девушка не заявила, что хочет остаться подольше и подумать об их отношениях. Она попросила своего бойфренда купить ей билет домой, когда она решит вернуться. Получив отказ, девушка обиделась и назвала его эгоистом. Позже выяснилось, что в Италии она нашла другого мужчину и хотела проверить, сложатся ли у них отношения. При этом путешественница думала отдохнуть за счет нынешнего парня. В комментариях юзеры поддержали автора публикации. Как смело просить парня оплатить ей проживание и билет домой, чтобы она могла остаться и изменять его. Она тупица, скатертью ей дорога. Как она могла подумать, что ты согласишься, писали пользователи. Да, не, ну, знаешь, это, так сказать, с ее стороны такой рациональный подход. Можно это так назвать. Я бы сказал, это охеревший подход в края. Ну, да. Ну, типа, а вдруг получится с другим? А то с этим что-то вот как-то только деньги и все. Только деньги, но деньги дай. Ну, да. Ну, они только деньги, но надо денег. Да. Денег. Вот такие вот бывают мадемуазели. Твоя любимая рубрика. Что за секунду? Здесь еще есть сносочка к этой новостюшке, коротенькая. Ну-ка. Ранее на форуме Reddit пассажир самолета пожаловался на сидевшего впереди попутчика, который завесил курткой его экран. Одежда была накинута на спинку кресла и полностью закрыла обзор. Сыми! Накинь на голову, выкинь в проход, позовись стюардессу. Я не знаю, я просто пытаюсь понять, как это связано с предыдущей новостью. Это, ну, в этой же графе написано, то есть. Да я понял. Ну вот, ну, Reddit. Окей. Да. Так, моя рекорды, любимая... которые мы заслужили. Ну давай. Есть немало рекордов, связанных с кубиками Рубика. Но Чинмай Прабху из Мумбаи, Индия, решил пойти другим путем. Нет, это не то, о чем ты думаешь. Кубик он собирал руками. Ему потребовалось 32,69 секунды, чтобы успешно справиться не с классическим кубиком, а с головоломкой в виде тетраэдра. Но даже это не является самым удивительным. Куда поразительнее то, что Чинмай решил свою головоломку, поместив ее и собственные руки внутрь большого мыльного пузыря. Достижение мужчины официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса, а немало комментаторов в интернете отметили, что именно так и должен действовать человек, желающий прославиться. Если нет возможности побить рекорд, нужно создать рекорд. Хочется надеяться, что Чинмай и дальше продолжит удивлять людей, расширяя границы возможного. Ну, чем бы наше латиноамериканское дитя не тешилось, лишь бы не... Из Индии. Индийское дитя. Да. Не тешилось, лишь бы кубик Рубик-то собрала. Ну ладно. Допустим, это забавно, по крайней мере, да. В сравнении с предыдущими дебило-рекордами вот того чувака, который, в принципе, выдумывает что-то, я не знаю, оно... Короче, у нас было два рекорда. Первый, оба с кубиками-рубиками, и они оба были... Подожди, я еще один нашел. Так. Это вот и к рекордам, и к дебилам, я считаю. Так. Создатель самого большого кубика Рубика в мире... 2 дня решал головоломку. Молодец. Так, решил? Вот. Британец, создавший самый большой в мире кубик Рубика, потратил на 2 дня на то, чтобы решить сделанную им огромную головоломку. Тони Фишер, чей кубик Рубика весом почти в 100 килограммов и высотой в 1,5 метра был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный, опубликовал в интернете видео, на котором в ускоренном режиме показано, как он справляется с решением. Тони использовал свой собственный вариант решения, разработанный им в 1980 году, когда кубик Рубика впервые появился в продаже в Великобритании. Понимаешь? Вот еще знает когда. На то, чтобы создать свой кубик, Тони потратил 156 часов, собирая его в течение января и февраля этого года в собственном гараже. Видосик отправленный. Видосик. Да, мама дорогая, 1,5-метровый кубик Рубика. Да. Так, где у нас тут? Где у нас тут? Куда мотать? 5 минут мы не будем, я думаю. Я тебе хочу. Ладно. Рубик кубика, да. Это уже рубище-кубище. Ну, допустим. Ты понимаешь, он как еще и подкачался. 100 килограмм ворочить 2 дня, это, ну... Это да, это... Охренеть. Да, дорогого стоит. Не, ну слушай, такие рекорды меня больше радуют. Смотри, тут и физуху потянул, и херню вот эту собрал. И физуху потянул, и херней пострадал. И херней пострадал. Слушай, лучше бы 3... Рубика кубических нормальных, ну как, ладно, ненормальных, забавных рекорда. Был еще тот, который собирал и жонглировал, да, вот он 3-й. Да, да, и ловил виноградинки. Нет, виноградинки не 3-й, не 4-й, виноградинки. Да, там 3-я нахер идет со своими рекордами. Рекордсмен, сука. Более 250 мировых рекордов у него. Со своими, хоть 300. Я думаю, скоро будет и 4. Да, уже. Все, сделали. А теперь в реальном времени, да? А теперь 2 дня видео, да? Что он делает? 2-й раз, что ли, или что? Не знаю. Нет, так-то, я тебе скажу, это реально нифиговая физуха такая. Ну да, покатай его. И поворочай. Наверное... Ну, потыкай там по таймлайну, что там. Ну давай действительно по таймлайну потыкаем. Ну тут он собирает, это уже все одно и то же. Вот тут он есть... Он еще шикарно... Это... Ты смотри, вот, наверное, здесь будет что-то прикольное. Оп-оп-оп. Покрутил, покрутил, так, спину покачал. Чё? World Records? Gunner World Records? Ну, видимо, в 16-м он его сделал, как самый большой. Сидит, может, наслаждается. Какая книжка была, такую и взял. Наслаждается собственной охуенностью. Да. Нет, он просто сидит и думает, блять, куда его теперь засунуть? Так, ну ёп, ну не, ну сделать, собрать, собрал. А что с ним делать теперь? Да, что с ним делать? Можно на нем себе сидеть и читать теперь. Да, о себе. Да, о себе. Вот это да. Еще рекордов хотите? Я попал. Блять. Ну поехали, чё. Компания Youth America Grand Prix организовала встречу балерин подросткового возраста, которые съехались в отель Плаза в Нью-Йорке с важной целью. С какой? Юным танцовщицам нужно было одновременно встать на пуанты и простоять в течение минуты, чтобы побить мировой рекорд. В предыдущем официальном рекорде приняло участие 306 балерин, но на сей раз их собралось 353. Так что представитель книги рекордов Гиннесса заявил взволнованным девушкам, что их попытка увенчалась успехом и достижение зафиксировано. В основном балерины были жительницами США, но присутствовали также танцовщицы из Японии, Китая, Германии и Португалии. Девушки весьма эмоционально отреагировали на успех. Например, 13-летняя Аманда Толедо позже рассказала, что после слов судьи из книги рекордов она начала громко кричать и хлопать в ладоши. При этом Аманда была не единственной, кто проявил столь бурную реакцию. Да что у меня сегодня с светом делается? Свет. Вот. Видео нет, но как бы... Но как бы вот. Да. О! А я смотрю, тут как бы это... Качество и количество странных мировых рекордов бьет все рамки. Давай. Мужчины по имени Кайл собрались в городе Кайл, но не смогли побить мировой рекорд. Так. Ярмарка, которая состоялась в городе Кайл, Техас, была посвящена мужчинам, которые носят имя Кайл. На мероприятии явились Кайлы со всей страны, и организаторы праздника надеялись, что смогут побить мировой рекорд за самое массовое скопление людей с одинаковыми именами. Условия были строги. Все Кайлы должны были подтвердить свое имя с помощью удостоверения личности. Не допускались никакие варианты имени, то есть, например, Кайли и Кайлеры не засчитывались как официальные участники. Однако в плане рекорда Кайлам не повезло. Несмотря на то, что их собралось почти 1500 человек, им было далеко до 2325 Иванов, которые 6 лет назад приехали на похожее мероприятие в Купрес, Босния и Герцеговина, и стали официальными мировыми рекордсменами. Но организаторы ярмарки не расстраиваются и надеются, что в следующем году Кайлы будут поактивнее и все-таки удостоятся чести попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Тем более, что праздник получился очень веселым, хотя и не рекордным. Есть видос, который, возможно, работать будет. А о чем может быть такой видос? Я не знаю. Ну ладно, просто давай. Куча мужиков с именем Кайл и вот этим давай всем. Давай посмотрим. Так. Айваны. Айваны. Так, где тут у нас? Опять Ивана вина Ваньки. Так, подожди, оно будет грузиться, нет? Не знаю. Это падла не хочет грузиться. Давай тогда попробуем вот так. Сейчас отсюда, по идее, сейчас скажу. Во, отсюда грузится. Давай прям со страницы. Чтоб не видосик, а прям страничку. Так, сейчас. А здесь, а где здесь? А, во. А внизу прям вот так, да? Прям вот так вот. Ну, да. Оно что-то... Я нажал на левый нижний плей, и все заработало. А вы знали, что Книга рекордов Гиннесса держит мировой рекорд по количеству официальных рекордов Гиннесса, задокументированных в ней? Какой бред. Это Юрич. Расширяй границы своих познаний. Да. И они вот... А что они делают? Почему они... Они занимаются херней. У них всех футболки с надписью «Кайл». Чтобы было понятно, что это Кайл. Какая у тебя ассоциация с именем Кайл? Ну, Саус Парк. У меня ассоциация с Кайлом Ризом из «Терминатора». Внезапно. Внезапно. Это кто? Это первый «Терминатор» смотрел, это парень из будущего, пришедший спасать Сару. Очень давно, да. Еще рекордов хотите? Да ну, давай. Не, ну тут рекорд, в котором я бы поучаствовал на самом деле. Поехали. Мужчины с растительностью на лице составили самую длинную в мире цепочку из бород. Эд, почему ты еще здесь? Да. Иди помогай. Эти посетители пришли в бар Gaslight Social, Каспер, Вайоминг, США, не только для того, чтобы приятно провести время, но и ради мирового рекорда. Мужчины, являющиеся фанатами растительности на лице и носящие бороды, встали бок о бок и составили цепочку из бород, конечная длина которой равнялась 45,72 метра. Ни хрена себе, так. Такая невероятная бородатая связка стала самой длинной в мире. Всем, кто желал поучаствовать в необычном мероприятии, нужно было иметь бороду длиной не менее 20 сантиметров. И это условие также было соблюдено. Охренеть. Я бы с удовольствием и... А у тебя какой длины борода твоя? Около 35. Охренеть. А вот, да. Там фоточки есть, да. Да, я вижу, ну. Так. Такие рожи. Зачем мы делаем? Да. А зачем мы это делаем? Причепочки. Ну, это смешно. Это... Ну, да. Это по угару. Ладно. Это не 250 бесполезных рекордов того мужика. Че, закончились рекорды или что будут? У меня есть еще, но давай твоя очередь. Ага, приготовься. Блин. Индиец. Ага. Я буду по слову считать. Давай. Тут вот в этой фразе, вот знаешь, все слова можно, короче, считать медленно и с паузами, и все равно это будет производить эффект. Давай. Угу. Индиец. Угу. Откусил. Угу. Ухо. Угу. Другу. Угу. Из-за танцев. Ага. Недельный дайджест любимой дичи. Только на канале Fate Flame, нет, еще будет Уэда. Так. Какого хрена вообще? В Индии молодой человек поругался с другом на вечеринке и откусил ему ухо. Об этом сообщает News Nine Life. Инцидент произошел в деревне Казипур, штат Уттар-Прадеш. Однофамильцы... Какой экспрессивный мужик. Простите. Однофамильцы Ринку Ядов и Лалу Ядов вместе с друзьями участвовали в вечеринке, где выступил диджей. Оба индийца употребляли алкогольные напитки во время праздника и отравились. Господи, отравились. Какой нахер отравились? Отправились. Отравились танцами. Почему? Какой отравишь? Что со мной не так? Отправились танцевать в пьяном виде. В какой-то момент Ринку достал мобильный телефон и начал снимать, как Лалу танцует. Последнему это не понравилось, и он потребовал, чтобы приятель прекратил съемку и отдал ему телефон. Между друзьями вспыхнула ссора, которая переросла в пьяную драку. Вскоре Ринку вцепился зубами в ухо Лалу и откусил его. Да. Так, по словам очевидцев, откушенное ухо упало на землю, когда дручунов разнимали. Пострадавшего сразу же доставили в больнице вместе с частью уха. Врачи оказали ему необходимую помощь, однако поврежденное ухо пришить на место не смогли. Семья Лалу пока не обращалась в полицию, однако намерена это сделать в ближайшее время. Ранее... Тоже пока не обращалась намеренно. Когда ухо заживет, там, когда все... Ну да. Ранее сообщалось, что житель США устроил драку на свадьбе и откусил часть пальца пытавшемуся остановить его человеку. 21-летний Нейтан Лэнси находился на свадьбе в городе Аканамавук, когда неподобающим образом прикоснулся к одному из гостей, что вызвало недовольство окружающих. Видео с танцами, к сожалению, нет. И вообще видео нет. Есть только... Ну блин. Подожди. Ага. Есть фото. О, это уже другой разговор. Так, не то, подожди. По-моему, все-таки полька играет, потому что эту мелодию я помню. Было, да, вроде. Да. Вот этот счастливец. Индийский Эвандер Холлифилд. Как-то так. Такие дела. Так. Странная милота. Она странная, но это довольно-таки милая новостюшка. Заголовок читать не буду, потому что он раскрывает весь, так сказать, смысл. Хорхе Чамс, мэр города Сабаналарга. У нас, короче, сложные города сегодня, я понял. Так. Недавно присоединился к программе по снижению веса, и он смог очень эффектно продемонстрировать людям свои успехи. Когда мэр выступал на мероприятии, посвященном местному учебному центру, с него неожиданно упали брюки. К чиновнику на выручку бросилась ассистентка, которая помогла ему привести гардероб в порядок, после чего рассмеявшийся мэр продолжил выступление. Естественно, многих людей казус заставил улыбнуться, и даже священники, сидевшие рядом, не удержались от хихиканья. Хорхе добавил, что этот день наверняка войдет в историю, но удивляться особо нечему. Он сбросил 8 килограммов, так что одежда сидит на нем куда свободнее, чем раньше. Видимо, скоро придется позаботиться о новом гардеробе. Видео есть, но я не знаю, попробуй. У нас проблемы. Оно из какого-то странного видеохостинга, попробуй который, прямо со возможно, которым, возможно, не видео, да? Да, да, мэр Старлеволей, да, с его трусами, которые валяются где попало. Хорошая шутка, мне нравится. Так, а где видео? Видео в конце, да? В самом низу, да. Не, запускается, смотри, работает вроде. И не работает сразу же. Ну, если сейчас там какая-нибудь реклама не запустится. Да просто она работала на превьюхе. О! Так. Ой-ой! Ой-ой! Что деется? Такой, ой-ой! Что поделать? Блин, такой, да? Чуваки такие сидят, ну и ладно, да? Ну, это странная милота. Он очень хорошо вышел из ситуации, я тебе скажу. Да. Как будто ничего-то и не было. Нормально. Такой уютный мэр. Тихо, свои. Так, С чем мне продолжить? Опять и херней какой-нибудь? Или... вменяемым еще? Я все, я нашел. Вот, молодец. Новость про нашу любимую род деятельности. Знаешь, какой? Ну-ка, удиви меня. С первого слова опять уже можем. Слушай, здесь опять можно читать по словечкам. Стримерша. Ой, сколько много всего интересного приходит в голову. Села. Еще больше. На акулу. И до крови расцарапала жопу. Есть картиночки, видео нету. Ну блин. Видео, как она села на акулу. Но она же стримерша. Я тебе отправлю в частном порядке, скажу. Нет, есть только фоточки. Фоточки акулы ошарашенные или жопы? Фоточки вот этой дуры и акулы. Ага, все, без жопы остались. Стримерша Натали Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу. Почему она дура, я... ну, как бы, ниже, короче. Хорошо. Стримерша Натали Рейнольдс... дай господи. Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу. Об этом сообщает Dexter Pro. Девушке удалось поймать акулу на удочку во время одного из своих стримов на сервисе Кик. Я знал, что на сервисе Кик, в принципе, не все хорошо. Вместе с друзьями она подтянула ее к берегу. Зачем ты это делаешь? И обмотала ее хвост тросом, чтобы акула не уплыла. После этого радостная Рейнольдс сделала несколько фотографий с крупным уловом. Она позировала рядом с акулой и даже села на нее верхом. Что с тобой не так, женщина? Ради лучшего кадра. Стримерша. Однако вскоре девушка почувствовала дискомфорт. Удивительно, правда? Мы забыли о том, что акулы — это, блин, рыбы. Оказалось, что она до крови расцарапала ягодицы, а крохотные чешуйки, покрывающие хищную рыбу. Акулу вскоре отпустили. Несмотря на это, многие пользователи осудили Рейнольдс и заявили, что она издевалась над морским хищником. Да, черт возьми. Отмечается, что стримерша не в первый раз сталкивается с подобными обвинениями. В январе на девушку обрушился... шквал критики, да, обрушился. После того, как она во время стрима поймала и заколола дикого кабана. Ты, блядь, вот что ты делаешь? В результате ее аккаунт на Кик был временно заблокирован. Ранее сообщалось, что крупная акула людоед, это уже офф-топ, напала на, внимание, катамаран. Вспоминаем фильм «Челюсти», да. Шедший к Стюарту, третьему по величине острову Новой Зеландии. По словам капитана, рыба пыталась схватить зубами лодку за корму. За жопу. Это прям... да, вот это чудо. Сидящее. Ага. Сидящее на... акуленок. Есть еще вот так. Да. В принципе, если... Ну, стример, что с них? Ну да. Вот эти вот не совсем адекватные люди. Все, я нажал. Подожди. У меня как там? Ниндзя пропала. Скажите, пожалуйста, это как дела на нас на ВК-плее? Такое ощущение, что там опять что-то не так. Подгружается что-то. Опять стрим падает. Причем падает он только на ВКПЛ, насколько я вижу, на Твиче. Трансляция приостановлена. Ну ладно. Короче, тебе клеить трансляцию. Я понял. Опять работать. Можно так. Просто, если Твич не падает. Нет, Твич я перезапускал. Да, блин. Так, сейчас она тут пойдет, я надеюсь, куда-нибудь. Ну, ВДОшка тоже крякнулась. ВДОшка крякнулась? Да. У меня работает. Вот у меня не показывает. Сейчас я обновлю. Это у меня интернет, ты хочешь сказать? Сейчас. Во, вернулась. Возможно, у тебя интернет такая. По-моему, болеет сам ВК Play Live, мне так что-то кажется. Ну, не исключено, не исключено. А что тогда ниндзя упала? Черт все знает, непонятно. А Twitch-то работает. Ты с Twitch-то работает. С Twitch-ом ничего. С Twitch-ом все в порядке. Какие-то проблемы просто на провайдере там, например. Может быть, может быть. Может быть. Или я просто кучу всякой херни понаоткрывал? Тоже возможно. Так, ми запустились обратно, да? Трансляция началась? Нет. В смысле нет? Чатик пишет, что началось. Чатчик. Чатчик. Не. Акита, ты, алоэ. Так, давай я, хорошо, давай я дропну все это дело. Нахер комп в окно. И что? Так, уважаемые, здесь оставшиеся, возможно, после проблемисов. Скажите, пожалуйста, нас как вообще? Видно? Слышно? Не видно? Не слышно? Потому что у нас тут какие-то проблемисы. Причинческие технины у нас тут, короче, непонятные какие-то. На чем мы остановились еще? Она сегодня, короче, это... На какуле. Опять дропнулось, что ли? Да не, вроде на месте. Не, я нормально. Наблюдовываю, все нормально. Работает. Все. Пойдет. Все. Не дыши. Напугала меня опять. Ладно, все. Простите. Чья там очередь была? Какуля. Ну, давай. Сотрудница дорожной полиции Элис Хелкен остановила на трассе превысившего скорость автомобилиста и беседовала с водителем, когда почувствовала, что кто-то прикоснулся к ее ноге. Элис вспоминает, что в первый момент даже напугалась. Неожиданно было ощутить прикосновение, находясь в глухом и безлюдном районе Южной Дакоты. Впрочем, женщина тут же выяснила, что до ее ног дотронулся рыжий кот. Удивительно, что кот, появившийся как будто из ниоткуда, не принадлежал остановленному автомобилисту, то есть был ничьим и, видимо, бездомным. Подождав, пока Элис закончит свою работу, кот вскарабкался даме на плечи и чуть не сбил с ее головы шляпу, со смехом вспоминает Элис. Поспрашивав людей, живущих в округе, и убедившись, что никакого питомца никто не терял, сотрудница полиции отвезла своего нового знакомого в приют, но там он не задержался. Симпатяги быстро нашли новый дом, а Элис очень рада, что оказалась в нужное время, в нужном месте и сумела помочь животному. Что-нибудь есть? Фоточки. Давай фоточки. Фоточки есть. Ну, там их две штуки. Ну, милота про животинку. Это ну да. Это то, что нужно в наши тяжелые времена. Так. Ой, какая красота. Такой. Вау. Крупным планом вообще, смотри. Блин, хорошо. Да. Приятно. Наконец, в смысле, подожди, так новости про дебилов-то еще не закончились. Еще мы начали? Я разбавляю. Ладно. Не, просто у нас как бы это, насколько я помню... Ладно, все. Что ты душни сегодня? Че мне... Все, короче. Давай, я тоже тогда милоты накину. Давай. Добряк купил в ресторане акулу, предназначенную для супа, и выпустил ее на волю. Как-то раз Виктор Салман проходил мимо ресторана, расположенного рядом с его домом в Паттайе, Таиланд, и сильно возмутился. В ресторане подают такое блюдо, как суп из акульих плавников. И Виктор с неудовольствием посмотрел на то, как мучается несчастная живая акула. которой вскоре суждено было стать этим самым супом. Условия содержания пленницы показались Виктору слишком суровыми. Итак, добряк потратил $18 и купил у владельца заведения акулу, но вовсе не для того, чтобы ее съесть, а чтобы подарить ей свободу. Спустя полчаса Виктор выпустил спасенную акулу-няньку в воды залива. Теперь-то она сможет познакомиться со своими родственниками и получит шанс на долгую жизнь, добавил неравнодушный мужчина. Такие дела. Есть пара фоточек. Давай. Пара фоточек. Вот этот мужик, собственно. Угу. А вот его спасенное создание. Вот это. Нянька. Прикольно, кстати. Интересная форма такая. Создание. Ну да, они такие. Стримишься, съела на них. Черт. Я буду твоими глазами. Сегодня много кто будет нашими глазами. Хорошо. Еще с 17 века стал известен такой трюк, как извержение воды. Не начинай. Так. Суть в том, что человеку нужно выпить много воды, а потом как можно дольше срыгивать жидкость с помощью мышечного контроля. Боже, так. И теперь известно, кто именно может делать это дольше всех в мире. 35-летний житель Китая по имени Ма Хуэй. Для начала трюкач выпил... Для начала трюкач выпил 4,5 литра воды, а после извергал ее непрерывной струей в течение 5 минут и 51,88 секунды. Сука, спасибо за эту информацию. Была очень важна, ведь если бы струйка иссякла, попытка рекорда на этом прекратилась бы. Итак, Ма Хуэй попал в Книгу рекордов Гиннесса, а пользователи интернета обсуждают его достижения, не в силах поверить, что бывают в мире подобные странные таланты. Некоторые считают, что новоявленному рекордсмену очень подошло бы прозвище «Человек-фонтан». А вы готовы к видео? Да ты дивной, блин. Слушай, я даже не знаю, что тебе на это сказать. Просто смотрите свое видео. Как это вот так получается у вас? Это Юрич, вы просто талант. Ну не про говно же. Я готов. Зачем нам это? Вот скажи. Не знаю. Не тот вопрос. Нахрена? Скажи, пожалуйста, нам стало лучше, хуже от вот этого сейчас. То есть, что изменилось в нашем мировоззрении из-за того, что мы посмотрели? Ладно. То есть ты недоволен этим рекордом, да? 50-летняя любительница молодых мужчин. Как будто бы осуждать даже нечего, да? Рассказала о трудностях в личной жизни. Удивительно, правда? 50-летняя жительница США, вступающая в отношения с мужчинами вдвое моложе. Мне интересно, конечно, что там за мужчины такие. Себя рассказала о трудностях и личной жизни. Об этом сообщает Daily Star. Тара из штата Юта известна в социальных сетях как любительница молодых мужчин. Женщина регулярно рассказывает о своих предпочтениях подписчикам и имеет множество поклонников. Она пишет не только об успехах, но и о трудностях, с которыми сталкивается в повседневной жизни. По словам женщины, отношения с мужчиной вдвое моложе нередко приводят к проблемам и неловким ситуациям. Нужно держать такой образ жизни в тайне, потому что это странно, когда у тебя есть дети того же возраста, что и партнеры, говорит она. Тара отметила, что ее последнему бойфренду было 25 лет, тогда как ее сыновьям уже 24 и 30 лет соответственно. Она также призвала женщин зрелого возраста, вступающих в отношения с молодыми мужчинами, с осторожностью обращаться с ровесницами. По словам Тары, может выясниться, что женщина встречается с сыном своей приятельницы. Американка подчеркнула, что ее образ жизни не для слабонервных. Что вы скажете на это? Фотки есть, и сколько у нее денег? Есть там только ее фотка и все. Ну давай. Подожди. Сносочки. Сносочки от Рамблера. Мои любимые. Ранее сообщалось, что актриса и писательница Алина Лозано из Колумбии объявила о беременности. Внимание. Женщина ждет ребенка от мужа, который на 31 год младше, чем она. Ну, а на весь, по факту, мой возраст. Почти. Ну, да. Вот это героиня новости. Ну, ага. это не та, которая на 31, это та, ну, которая... я понял, да. Мама Стифлера, неплохо. Сколько у нее денег? Ну, я думаю, у нее достаточно денег, потому что иначе я ничего не понимаю. Ну, так-то да. Вот. Может, у них, конечно, там такие мужчины, у которых несколько другие пристрастия, но, с другой стороны, любовь бывает суровой, скажу я вам. Ты готов? Я готов. У меня есть вот такая вещь. Чё это? Это ёршик для чистки курительной трубки. Так. И вот они могут использоваться не только по прямому назначению. Это доказал Джоэл Штрассер из Бойса, Айдахо, который с помощью ёршиков установил зрелищный и немного комичный мировой рекорд. Он издевается надо мной, так. Имя Джоэла теперь красуется на страницах Книги рекордов Гиннесса, ведь он стал человеком, сумевшим нацепить наибольшее количество ёршиков на собственную бороду. Вот таким макаром, да? Вот таким. Целых 1150 штук. Так, мне стало интересно, где видео. Да сейчас будет. Под конец борода рекордсмена напоминала причудливого разноцветного дикобраза, но мировой рекорд того стоил. А ну-ка. Слушай, ну это ладно, это тоже смешно. Я, ну, короче, да. Начинаю оправдывать с вот этого момента рекорд. Да ладно, не с вот этого, уже с несколько других. Рекорды, которые имеют хотя бы какой-то... Ёпта. Что ты такой? Какой-то позитивный окрас, что ли, не знаю. Понятно, что это дебильная хрень, но... Это все еще на баскетбольном стадионе, да, происходило. Блин. Обалдеть. Кстати, для... Ну, по крайней мере, не знаю, какие у него, может, у него чисто мягкие, но на самом деле, вот мои, допустим, ёршики, они выглядят как мягенькие, у них есть мягкая штучка, но внутри там еще маленькие пластиковые, типа, штыречки такие, и чтобы для счистки нагара. То есть они на самом деле ни хера не мягкие и нежные. Они прям ёршики-ёршики. Они просто мохнатые палочки. Как это может показаться со стороны. То есть вытаскивать их, я вот сейчас одну вытаскивал, такой... А ему, возможно, было вытаскивать крайне весело. По-моему, проще было бы побриться, да? Да! Я передумал говорить то, что я думал говорить. Ты сказал все заметно. Ладно, продолжаем тему дебилов тем временем. Клиентка ресторана потребовала назад крупные чаевые, ведь ожидаемого ею конца света не произошло. Чего? Некие сотрудники ресторана пришли в замешательство от одной из клиенток, которая сначала поразила всех щедростью, а после странными запросами и обвинениями. Итак, незадолго до солнечного затмения, 8 апреля, дама оставила в ресторане чаевые в размере $300. Спустя пару дней еще больше, $777. Как тебе такие чаевые? Но после затмения она вновь появилась в ресторане и начала требовать, чтобы ей вернули деньги. Оказывается, женщина думала, что затмение означает конец света, и, видимо, в таком случае экономить не стоит. Но когда ничего апокалиптического не произошло, она резко передумала. Когда клиентки сообщили, что чаевые возврату не подлежат, она обвинила персонал в том, что те смошенничали и украли у нее больше денег, чем она намеревалась взять, оставить на чай. Но это неправда, ведь каждый гость, которому приносят устройство для считывания банковских карт, собственноручно вбивает сумму и нажимает «платить». Итак, незнакомка ничего не добилась, удалилась в великом гневе. Пользователи соцсетей, обсуждая необычный случай, признают, что женщина не права. И что сделано, то сделано, однако официантам советуют не особенно злиться на незнакомку. У многих из нас имеются чудачества, с которыми приходится жить. Главное, чтобы неприятный инцидент поскорее забыли. Это очень странно. Очень странно. Ну, это затмение, понимаешь? Затмение. Да, завтра, короче... Ну у них там было по центральной полосе Америки затмение, и, помним, любим Skyrim. Я думаю, мы закруглим тему дебилов, да, а после мы... Подожди. Нет, закруглим я не имею в виду, что закончим, у меня еще есть просто... Коротенько. Я закруглю потом еще рекорды, я думаю, вот дебилами. Я, прочитаю, да, сначала, а потом покажу фото, и сразу все прям так хорошо станет моментально. Хулиган заявил, что имеет право сидеть в мусорном баке, будучи пьяным и голым. Полицейские из Сент-Питерсберга, то бишь Санкт-Петербурга, да? Но нет, не нашего, Флорида, США. Извлекли из мусорного бака Уилли Джеймса Уикса и предъявили ему обвинение в ряде мелких правонарушений. Прежде всего, 35-летний хулиган, обосновавшийся в баке в центре города, был сильно пьян. Кроме того, он был голым. Однако наглости мужчине было не занимать. И он, шатаясь и чуть не падая, тем не менее вступил с представителями власти в дискуссию, заявив им, что сидение голым пьяным в мусорке — это его гражданское право. Вообще да. Кроме того, Уайли был уверен, что даже имеет полное право не сообщать полицейским ни свое имя, ни адрес проживания. Однако, протрезвев и поразмыслив, задержанный нарушитель спокойствия все-таки признал свою вину и был оштрафован на 520 баксов. Бу. Нормально. Сижу. Смотрите на это одухотворенное интеллектуальное лицо. Сижу, никого не трогаю. Это диоген современности, ребята. Да, абсолютно верно. Осталось только... Ладно, не буду говорить, что делать. Не надо. Николас Мэннинг из Брисбена давно мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Чуешь, чем пахнет? Давай, вот, пошло. Ароматы. Размышляя над тем, какое достижение могло бы принести ему звание рекордсмена, Николас остановился на скоростном надевании трусов. Сука. Так. Что ж, мужчине есть с чем себя поздравить, ведь он сумел надеть 10 пар трусов всего лишь за 13,3 секунды. А вот подготовка к мировому рекорду была вовсе не такой быстрой. Николас тренировался целых полгода. Видео в студию. О, боже. Сегодня прям вообще, конечно, сегодня сильно. Хорошо. Так, где у нас гениальный этот... Подожди. Секундочку, вот посмотрите, да, вот это. А как же рекорд с надеванием трусов и доставанием их из ящика? Ты посмотри на это довольное лицо. Конечно, он рекордсмен. Он прекрасен, да. Вот тут еще, смотри, нам можно даже видео не переключать. Тут рекорды за рекордами кто-то бьет. Нет бы кто-то ракеты строил, в космос летал, там спортивные достижения, наука, медицина, да? Рекорды, которые мы заслужили, называется. Ну подожди, там еще есть рекорд с самыми длинными волосами на руках. У женщины. Ну, сколько? Там не все, там там один 18,5 сантиметров. Вот 18,5 вот, на бицепсе один такой. Ни хрена себе. Это как вообще? Ладно. Сейчас, подожди. А, есть фоточки, видео. А, есть и видео. Отлично. Давай начнем. Я на самом деле хотел скипнуть, но ладно, ты сам напросился. Черт. Так ты меня за язык да. Вот. Еще когда Мэйси Дэвис Саутерленд была школьницей, друзья заметили, что у нее, на удивление, длинные волосы на руках. Приятели, шутки ради, решили выдернуть особенно длинные волоски, но Мэйси не позволил, заявив, что отрастит волосы подлиннее и когда-нибудь обязательно попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Именно так все и получилось. Теперь она стала обладательницей мирового рекорда за самые длинные волосы на руках в женской номинации. Один из ее волосков принес женщине особенную славу, ведь его длина составляет 18,4 сантиметра. Мэйси, гордящаяся своим достижением, рассказала, что перед официальным признанием рекорда ей пришлось понервничать. Женщина опасалась, что пока ее заявку будут рассматривать, длинный волосок выпадет, такое раньше уже случалось. Однако волос не подвел, и Мэйси получила из Книги рекордов Гиннесса заветный сертификат. Хорошо, ладно. То есть вот это вот действительно рекорды, которые мы заслужили. Давайте раскроем тайну вот этого что кстати, это да. за кстати, херня да. была на обложке. Я буду читать если прямо кто-то отсюда. Еще о ней помнит, давай, читай. Привидение. Все? Привидение. Пробежалась по трибунам стадиона во время футбольного матча. Футбольные болельщики... Подожди, у меня есть для этого случая. Так, футбольные болельщики, посетившие стадион Херанда Сайлс Лаплас, Боливия, были ошеломлены. Оказывается, вместе с ними посмотреть на матч явилось привидение с мотором, да? Причем этот загробный дух вовсе не собирался сидеть, хватит, мне надоело, на месте и энергично пробежался по трибунам стадиона. На кадрах, появившихся в интернете, можно видеть темную полуразмытую фигуру, несущую «The Strongest». Мы из Англии, да. Забила гол своим соперникам Сан-Антонио Булабулу. Кто знает, возможно, есть связь между этими событиями. По крайней мере, радостные фанаты, болевшие за The Strongest, считают, что привидение ликовало вместе с ними, потому и бегало. Есть, как ты можешь догадаться... Видео. Ну, видео это сильно назвать. Я бы назвал это гифкой, наверное. Но, тем не менее, от оно. Вот оно. Оно же загрузится, надеюсь, я сейчас... Давай, грузись. Ты какой-то тоже видеохостинг непонятно. У нас сегодня день непонятных видеохостингов. Вот эта хрень бежит. В кадрах, появившаяся в интернете трансляция. Что, серьезно, что ли? Опять? Ну да, там опять в чате написалась трансляция. Началась. Господи, ВК-плей, за что ты так с нами? Что не так? Вот. Ура! Что-то ВК-плей, короче, это. Подожди. У меня есть одно соображение. Нет? Нет, это не локальная проблема. Потому что здесь все соблюдено. Ну что ж, ну придется опять. Игорь говорит, что все заработало снова. Я уже дропнул. Не, у меня ничего не работает. Во. Не, у меня ничего не работает. Теперь должно быть. Что-то, короче, ВК-плей сегодня нас это... Болеет. Болеет у нас немножко наш любимый портал. Бывает. Мы Смогли, я так и не понял, посмотреть на вот эту хрень неведомую? Да. То есть, да. Или уже к тому моменту, ну, давай еще раз посмотрим, как бежит неведомая хрень. Прикольно смотреть, как... Я собираю, у меня традиция в НДЛД собирать неведомую хрень всякую. И это да. Что это такое реально, кстати? Вот, если так подумать. Тень от самолета. Да, как вариант. Ну, от какой-нибудь херни. Птичка, может быть, я не знаю. Да. Там, какая-нибудь... Вертолеты, я не знаю. Ну, короче, что-то... Какая-то тень, реально. Но тень выглядит довольно эффектно за счет того, что она такая своеобразная, интересная. Ну да. Так не говорите, что опять мы дропнулись. Ну, из Гуга можно. Не, вроде нормально все, да? Алло. Не, вроде нормально все. Ой, ВК-плей, что-то ты болеешь, выздоравливай, пожалуйста, побыстрее. Ждем моря у погоды, пишет нам Арк. Ну вот так сегодня что-то нас ведет. Готов? Да. Преступник украл из магазина игрушки для взрослых. И попытался раздал их бедным. Продать их через интернет. Нет, это не Робин Гуд. Это... Ну блин. Да, это какой-то просто дурачок. Сотрудниками магазина Hustler Hollywood Беркли, Миссури, США пришлось подсчитывать убытки, ведь их очередной посетитель оказался вовсе нечестным покупателем. Кристофер Майкл Бут пришел в магазин, торгующий интим-товарами, и, схватив с витрины несколько вибраторов, запихнул добычу в пакет и убежал. Продавцы, разговаривая с полицией, припомнили, что на шее вора красовалась татуировка с цифрами 314. Я бы после циферки... Да. Чуть позже украденные секс-игрушки, общая стоимость которых составляет 1540 баксов, были выставлены на продажу в интернете. И просмотрев аккаунт продавца, полицейские убедились, что это тот самый преступник с татуировкой, который обыграл магазин. Итак, теперь Кристофер арестован. Его придется забыть о легких деньгах, полученных с помощью продажи краденных секс-игрушек, да еще и заплатить штраф. Да. Вот конфузился это... с писюнами. Так, это старое, а вот новое, вот это вот одухотворенное лицо с 314, да. Чем-то на Монтолева похоже. Взял, оскорбил пацана на ровном месте. Чем тебе Монтолич так это? Ну, просто... Мало ли, может, он тоже втихаря писюны ворует. Не думаю. Так. Неумелая женщина загнала газонокосилку в канал. Чтоб все вот не было никаких вопросов. Этой незнакомке, косившей траву, для начала стоило бы поучиться управлять газонокосилкой. Возможно, тогда неловкая женщина избежала бы произошедшей с ней неприятности, она умудрилась загнать свою косилку в канал. И хотя хозяйка благополучно выплыла, несчастная газонокосилка, естественно, камнем пошла на дно. Некоторые зрители, удивившиеся подобному инциденту, даже заявили, что неумелость женщины так нелепо, что смотрится нарочитой. Как будто хозяйка намеренно пожелала утопить косилку. Так вот почему Монталеона стримит. Его и долго больше не будет. Воровал. Там ролик с утоплением газона косикли, да, роликс. Роликс, это хорошо. Ролех, да. Так, где тут у нас? Олдин, Ролех. Ролдин. Мало ли, может, это играет в ZZ Top. Так. Собака такая, что здесь? Хозяйка, ты куда? А как же бар-бар-бар? Может, ты выплывешь? Музыка идеальная, кстати. Че, выплыла, да? Блин. Так, сейчас вот. Отец, она выплыла. Сейчас это надо прямиком в ад. Нет, только так. но зато искупалась. Че бы нет. Ну, музыка прям, да. Я просто хотел бы посмотреть на это одухотворенное лицо, но, видимо, нет. Да, блять, третья газонокосилка за неделю. Для обыденности. Так. Я даже не знаю, что это такое. Ну ладно. Ну, да. Red Brooksing Happy. Видимо, звук какой-то издается. Нет? Нет? Просто крысяка. Просто крысяка. Че ты снимаешь? Не снимай меня. Где Низуми? Тут новость специально для нее. Глазища, смотри, такие. Угу. Внезапно нам YouTube выдал, да? Угу. Интересное создание. Такие дела. Прыгнув в бассейн с резиновыми игрушками, женщина насмешила подругу. Так. Отправившись с подругой в музей мороженого. Мороженого. Жительница Нью-Йорка с интересом осматривала представленные там экспонаты. В какой-то момент 26-летняя Кортни Олсон увидела бассейн, но поскольку все было посвящено мороженому, то в бассейне была не вода и даже не мячики, а резиновые игрушки в виде посыпки, которой частенько украшают холодные лакомства. Тут-то наша героиня и решила, что будет очень весело прыгнуть в искусственную посыпку бомбочкой и эффектно разметать ее в разные стороны. Брианна, подруга Кортни, с удовольствием вызвалась снять трюк на видео, вот только восхищение прыжок не вызвал. Кортни довольно неловко приземлилась на поверхность бассейна, плюхнувшись в игрушки лицом, а потом медленно начала погружаться вглубь. Подобное зрелище, конечно, насмешило приятельницу. Позже главная героиня видеоролика призналась, что неудавшийся трюк смертил ее, но она рада была тому, что обошлось без травм. Не очень похоже на посыпку, буду честен. Это что-то странное. Больше похоже на писюны, которые воровал Монтолева. И раздавал бедным. Ты посмотри на эту атлетку еще. Она с большим удовольствием в них прыгнула, я тебе скажу. Да, да. Ну, такое. Это очень странно, если честно. Так. Предлагаю продолжить странную милоту. Да? Да. Милоту? Странно. А у меня есть твой любимый персонаж. Какой из? Джон Эванс. Я что тебе сделал? Вот скажи, пожалуйста. Не, ну это прям рекорд. Они, подожди, того не так звали. Это какой-то другой. Отбой. Новости про говно. А, да, все, давай, насыпай. Во время прямой трансляции. Слушай, тут про стримеров, короче, сегодня это... Такое, да? Намеки. Да. Все, тихо. Во время прямой трансляции новостей собака испражнилась на стол ведущий. Выпуск новостей на канале Channel RTP. Боливия. У тебя говно с лампочками подсвечивает. Да. Гирлянды из говна. Получился неожиданным. И, откровенно говоря, не особенно приятно. Все началось с того, что в студию привели собаку. Я бы сказал даже псину горбатую. Так, приютское животное должно было стать участником разговора о том, что важно и нужно брать в свой дом бездомных зверушек, помогая им обрести семью и хозяев. Но трогательная речь ведущей закончилась в тот момент, когда собака, решившая продемонстрировать саму себя и все свои функции, выгнула спинку и испражнилась прямо на стол. Пришлось устранять беспорядок с помощью бумажных полотенец. И остается только посочувствовать сотрудникам Channel RTP, столкнувшимся с настолько непредвиденным инцидентом. А вот зрителей четвероногая хулиганка привела в восторг. Конечно. Люди от души посмеялись над телепровалом. Телепровал, мне так нравится. Хотя в то же время собачку многие пожалели. Наверняка она разволновалась, потому что опозорилась. Мне кажется, ей настолько реально наплевать, она ничего в этом не понимает. Один комментатор и вовсе заявил, что отлично понимает собак. Она выразила ясное мнение по поводу того, что нынче превратилась... Во что нынче превратилась современная журналистика? Видео нет. Есть, ну, блин! Есть слайд-шоу такое. Вот. Есть, короче, кадры из этой передачи, где... начало, продолжение. Ведущая недоумевает. Что происходит? Ведущая... Кто это сделал? И, собственно, вот такие дела. Собака серит, вся скукожилась, дрожит. Новости про говно исполнены. Шикарно вообще, шикарно. Так, что, чем я могу вас поддержать? Во, ну, собака была маленькая. Говёшка тоже небольшая. Художник изготовил самую маленькую деревянную ложку в мире. Бамбуча? Я Джимми-Джимми, ну-ка, туа, и мой маленький брат-то. Ну почти. Да. Шашикант Параджапати, 25-летний микрохудожник из Бихара. Микрохудожник. Мне в голове маленький такой паспорту представил. Да. 3 ключа. Мозана на НДЛД не будет, простите. Простите, Надя Денисович, я верну вам ваше капиталовложение. Стал вот мировым рекордсменом. Вооружившись точными инструментами, ремесленными ножами и хирургическими лезвиями, он вырезал из кусочка дерева ложку, но только не обычную, а самую маленькую в мире. Размер этой крошечной кухонной утвари составляет всего лишь 1,6 миллиметра. И это мировой рекорд, официально признанный Книгой рекордов Гиннесса. Шишикант. Предпринял 10 попыток, и только последняя увенчалась успехом. Впрочем, первые 9 попыток тоже были не бесполезными, ведь художник учился на собственных неудачах. Мастер добавил, что сделать обычную деревянную ложку не так уж и сложно. А вот работа над самой маленькой ложкой в мире является подлинным испытанием. Видео есть, вижу. Да. Сейчас. Копировать стильку. Стилька. Показать стильку. О, прикольно. Показалось в один момент, что он эти ноготки там подпиливает себе. Угу. Ложка. Нифига. Блин, такой короткий видос, я хотел как-то это... Есть? Можно еще раз? Да куда? Что это за мужик? Непонятно. Что он делает? Ну, тоже какой-то рекордсмен. 24 чего там Longest breath hold underwater. 24 минуты. 24 минуты 37 секунд он продержался. Молодец. Да. Рекорды заполонили. Все НДЛД. Странная милота продолжается. Ну-ка. Босс разрешил своим подчиненным брать несчастливый отпуск. Сейчас, секунду. Юй Донглай, основатель и председатель направления сети розничных магазинов Панк Донг Лай, провинция Хэнань, Китай, заботится о своих сотрудников. Мужчина прекрасно понимает, как важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Кроме того, Юй знает, что иногда у каждого человека случаются дни, когда он просто чувствует себя несчастливым. И в такие дни работать не стоит, уверен босс. Именно поэтому он разрешил своим подчиненным брать несчастливый отпуск в любой момент, когда это потребуется. У каждого работника отныне имеется по 10 дополнительных отпускных дней в году, которые можно потратить по своему усмотрению в любой несчастливый день. Типа настроение говно, на работу не хочу. Ну, типа, да, отпуск. Типа такого. Прикольно. Есть фоточка этого героического человека. Юй Панк, это основатель и владелец ИП Хиряков, да? Ну, нет, Панк Донглай. Всего лишь. Ну ладно, ладно, это конечно. Такие дела. Странные звоночки вот эти мрачные, да? Вот женщина, позвонившая в службу спасения более 2000 раз, сядет за это в тюрьму. Типа, ибо нечего вот это вот. Ибо нечего, да. С 2021 по 2023 год Соня Никсон из Харроу, район Лондона, Англия, усвоила неблаговидную привычку звонить без нужды в службу спасения и позвонила туда более 2000 раз. Эта 56-летняя хулиганка не только отвлекала операторов службы спасения от реальных вызовов, а по сути впустую растрачивая ресурсы, которые должны были быть пущены на то, чтобы помочь тем, кто действительно попал в беду. Звонки Sony, поступающие с 17 разных мобильных номеров, были еще и оскорбительными, зачастую на расовой почве. Но женщину все-таки выследили, и правосудие восторжествовало. Соня проведет в тюрьме 22 недели. Свою вину она усугубила тем, что совершила насилие против сотрудника полиции, опять же на расовой почве, а также помочилась в полицейском фургоне, в котором ее везли после ареста. Зачем? Ну, это вот из разряда... Знаешь, ученые долго думали, чего не хватает котенку, который жрет полиэтилен. Оказалось, мозгов. Ладно. Разбавим, пожалуй, и эпичностью, так сказать. Хаски. Простите. Хаски. Хаски, работающие в кафе. Совершили оттуда великий побег. Кафе, расположенное в торговом центре в провинции Гуандун, Китай, предлагает посетителям не только еду и напитки, но и возможность пообщаться с симпатичными хаски. Вот только в один прекрасный день вся толпа четвероногих сотрудников кафе вырвалось за пределы заведения и принялось бешено носиться по торговому центру. Несмотря на то, что творился полнейший хаос, люди не могли сдержать улыбок, глядя на восторженных собак. Впрочем, всех животных вскоре поймали и вернули на рабочие места. Сотрудник кафе по фамилии Хо рассказал, что хаски перевозбудились из-за того, что в заведение пришла хозяйка. Собаки давно не видели свою любимую подругу и так обрадовались, что потеряли над собой контроль. Когда у Хо спросили, были ли собаки наказаны, он с улыбкой ответил, что если угощение в виде вкусных куриных ножек — это наказание, то тогда да. Кстати, немало зрителей от души посмеялись над великим побегом хаски и сравнили это зрелище с тем, как детишки разбегаются из школы после занятий. Конечно же, есть видосик. Сейчас. А я, пожалуй, тоже накажу себя вкусными куриными ножками после стрима. Хорош. Смотри. О, разбежались. Побег из хаскятника. И вот эти, как все хаски. Из хаскшенка. Тоже вариант. Хаскашенко, да. Хаскашенко. Шоушен Хаскинга. Шоушен Хаска. Такие дела. Прикольно, прикольно. А у меня новости нет. Сырыми ножками. Сырыми ножками. У меня не сырые ножки. Новости достижений науки и техники. О. Это без балды или опять? Без балды. Окей. Без балды. Наконец-то, так. Новая электронная книга выглядит как солнцезащитные очки. О, как. Блин, да, круто. Хочу. Сколько есть стоит? Фотик, 20 тысяч баксов? Не знаю. Устройство под названием Soul — это новое слово в области чтения электронных книг, ведь его можно носить на лице. Электронная книга Soul напоминает солнцезащитные очки и весит всего лишь около 100 граммов. Она создана для комфортного чтения, например, лежа, и полезна еще и тем, что отсекает все визуальные внешние раздражители, что позволяет человеку отрешиться от окружающего мира и полностью погрузиться в захватывающий мир чтения. Приятно то, что устройство оснащено встроенной регулировкой диоптрии, так что подойдет оно всем людям, даже если они носят очки. Страницы электронной книги проецируются на темный фон, и все напоминает чтение обычной бумажной книги. Кстати, немало людей задаются вопросом о перелистывании страниц. Делается ли это взмахом ресниц или же силой мысли? Увы, но тут ничего захватывающего, и страницы перелистываются с помощью нажатия кнопок на пульте управления. Так что книга все-таки не является полностью hands-free. Ну, прикольный девайс. Прикольный. Мне девайс, нравится. Да. Мне кажется, он удобный довольно, да? То есть, лежа, допустим, завалиться просто так и сидеть. И уснуть. И уснуть, да. Читая книгу перед сном. Зато томик какой-нибудь мой, вот этот вот томик Ведьмака, когда ты лежишь и такой засыпаешь, не размажет тебе хлебальник. Не, ну это прикольно, слушай, это мне нравится. Это, в отличие от всего, что сегодня было, это... Да. Это круто, это прям креативненько. Да, прям креативненько, да. Так, что тут у меня еще осталось? Что? Да, страннота осталась. Посетителям бара не гарантируют, что все алкогольные напитки в меню являются веганскими. Тут как бы непонятка вообще полностью. То есть, многие веганы заявляют, что их жизнь и так нелегка, а тут еще выяснилось, что они даже не могут расслабиться, выпив любимый алкогольный напиток. По крайней мере, в британской сети пабов Weather Response. Наверное, так считается. Weather Response. Наверное, хрен его знает. Короче, ну да, расслабиться точно не получится. Недавно посетителей озадачило объявление о том, что заведение не гарантирует, что все подаваемые алкогольные напитки являются веганскими. И как это понимать, не знает никто, включая персонал этого заведения. Один бармен рассказал, что текст объявления был прислан из головного офиса, и никто никого ничего не объяснил. Некоторые люди посчитали, что предупреждение может быть связано с пчелиным воском, которым иногда натирают фрукты. Если такие фрукты попали в коктейль, то получается, что в напитке оказался продукт животного происхождения. Итак, всем веганам Weather Response нужно проявлять бдительность. Пускай даже употребление алкоголя и бдительность не особенно сочетаются. Пиво на говяжьем бульоне. Да, чё нет. Не, ну Бейлис, да, он типа сливочный там, ну... Вегетарианский, но не веганский, вот так это назовем. Да. Кстати, про алкоголь. Никогда, запомните, никогда не добухивайтесь дымным вискарем. Дымным, а то на утро будет ощущение... Да, дымным. Почему он дымный? А то на утро будет ощущение, что кошки во рту не только насрали, но и жгли костры, укладывали шпалы, а тех, кто поранился, мазали йодом и перебинтовывали. Окей. Это... Дымный он, потому что его выдерживают. Подожди, это было из личного опыта или как? Это так. На правах бреда, да? На правах бреда из интернета. Влюбленная девушка... Нет, ну припить, а набухиваться не стоит, я думаю, все-таки. Влюбленная девушка стала одержима мужчиной из-за заболевания. Ага. Зловеще звучит, да? На самом деле все просто. Жительница Китая стала одержимым партнером из-за психического заболевания. Об этом сообщает издание South China Morning Post. SCMP. Oh shit. 18-летняя Сяо Ю, я именно поэтому взял... Что с ним не так? Именно из-за этого имени я взял эту новость. Это персонаж Текена. Сяюй. Да. Ты знаешь, когда в танках стартуешь на японских машинках, да, куда-нибудь в бой, иногда они, командир экипажа, орет что-то подобное на вот русский язык, складывается как «сюрьё-рьё-рьё-рьё». 18-летняя Сяоюй ее зовут. Из провинции Сычуань. Простите. Прощаю. Сегодня, короче, да, день заплетенных языков. Сычуань. Я вот при вот этом слове вспоминаю вкуснейший сычуаньский соус, между прочим. И перец как таковой. И перец как таковой, да. Вступила в отношения с мужчиной, однако вскоре стала зависима от него и начала его навязчиво контролировать. Девушка заставляла его постоянно писать ей, между прочим. У меня есть реальные такие знакомые, поэтому это не шуточки. Я одного парня знаю, который очень сильно пострадал с этого, скажем так. Ну, как, не то, что пострадал физически, пострадал морально, наверное, от вот этого вот навязанного общения, да? Mm-hmm. Так, девушка заставляла его постоянно писать ей, где он и с кем, при этом отвечать на ее сообщения следовало в любое время дня и ночи. В результате Сяо Юй так затерроризировала партнера, что ему стало плохо. Однажды девушка позвонила мужчине более 100 раз подряд, но он не ответил. Сяо Юй пришла в ярость и стала ломать и разбрасывать по дому вещи. Бойфренд обратился в полицию. Когда полицейские приехали на вызов, девушка находилась в неадекватном состоянии и грозилась прыгнуть с балкона. Сяо Юй отправили в больницу, где ей поставили диагноз пограничное расстройство личности. Врач, обследующий девушку, заявил, что это состояние может сопровождаться и другими психическими заболеваниями, такими как тревога, депрессия и биполярка. Он не раскрыл причину болезни Сяо Юй, но отметил, что она часто возникает у людей, не имевших здоровых отношений с родителями в детстве. Ранее сообщалось, что житель... Я понял, на что ты намекаешь, Макс. Вот и едет. Макс просто тоже в курсе. Ранее сообщалось, что житель Сингапура годами терпел терроризирующую его соседку и стал бояться возвращаться домой. Женщина оскорбляла мужчину, портила входную дверь его дома, лила жидкости и бросала мусор на его порог. Говно. Нет, мусор написано. Может и говно. Ну было, блин. Не конкретизируется. Ну блин. Давай сразу это балансить. Я ща легко. Давай. Эксцентричный инженер Майкл Уолхед уверен, что его имя достойно занять место на страницах книги рекордов. Да иди ты, господи, уже. Что происходит? Подожди, тут прям поугарать, прям нормально. Вот видосик тот скинул. Все дело в том, что житель западного Йоркшира, Англия, приобрел мусорный бак и модернизировал его, превратив в причудливое транспортное средство, причем довольно скоростное. Помимо прочих усовершенствований, Майкл оснастил свой контейнер двигателем Suzuki GP125, колесами от машин для картинга, коробкой передач с 5 передачами и амортизатором рулевого управления. Вся переделка обошлась энтузиасту в 700 фунтов, включая 20-фунтовую стоимость самого мусорного ведра. Устроив своей машинке испытания на местном аэродроме, Майкл сумел разогнать бак до скорости 88,51 км в час, и это рекордный показатель. Сейчас инженер отправил отчет о своем достижении в Книгу рекордов Гиннесса и с нетерпением дожидается ответа. Это же прикольно. А там чувак голый сидит. Слышишь, чувак? Ну жарко. Ты не понял, да, отсылку? На голову чувака в мусорном баке. Хорош, да. Так. Макс, молодец. Так. Внимание. Вот человек поработал головой и руками, чтобы сделать рекорд. А не просто такой: о, понадеваю трусы. И не просто залез в мусорный бак голым. Да, но еще и покатался на нем. Собака родила щенка зеленого цвета. как тебе такое? В США собака родила щенка с шерстью зеленого цвета, сообщает Newsweek. Щенок породы золотистый ретривер родился в штате Флорида в доме у заводчиков собак. Они признались, что за 17 лет работы с золотистыми ретриверами никогда не сталкивались с ярким зеленым окрасом у щенков при рождении. Как рассказала заводчица, это явление возникает из-за содержащегося в плаценте биливердина, зеленого желчного пигмента. Он окрашивает шерсть новорожденных щенков в зеленый цвет. Как правило, оттенок исчезает через несколько недель, когда шерсть собак отрастает и не представляет опасности для их здоровья. Необычного цвета щенка назвали Шемрак, четырехлистник. Я вот, кстати, когда пил пиво Шемрак, я думал, что это такое? Это, оказывается, четырехлистник. Клевер счастливый, да, вот этот, по-моему, у них там. Сейчас ей 6 недель, и ее шерсть практически полностью приобрела обычный цвет. Шемрак полна энергии и активно растет, несмотря на то, что при рождении было меньше братьев и сестер. Ей уже нашли новый дом. Скоро она отправится в новую семью. Хозяева уже очень ее любят, рассказала журналистам заводчица. Ранее сообщалось, что в Австралии сорока по имени Молли воссоединилась с лучшим другом псом. Хозяйка собаки нашла Молли на дороге, когда та была еще птенцом. Есть фотографии этой псинки. Мне нравится название этого билибердина. Смотри, какая это забавная. Зеленое чудо вот это вот. Их там немало так-то вообще-то. Собаки Ль Гринча. Так. Че, спускаемся в милоту? Ну да, к тому же потихоньку надо это все уже все. Да, вот это вот все. И у меня есть еще одно, и в общем-то. Давай вот чау-чау с пышной шерстью принимают за плюшевого мишку. Этот величественный пес обладает таким пышным и роскошным мехом, что действительно напоминает плюшевого медведя. Кристин Кеглер из Лондона. А хозяйка очаровательного восьмимесячного чау-чау по кличке Зог с гордостью выводит своего любимца на прогулки, ведь он неизменно приковывает к себе взгляды прохожих. Даже незнакомые люди, увидев потрясающего пса на улице, останавливаются, чтобы сделать Кристин комплимент по поводу внешности ее плюшевого мишки. Вот такой вот пёсель. Интересное создание. Ну, чау-чау. Собаки с фиолетовым языком. Лев просто. Лев. Фига он в натуре просто шерстяной весь. Блин, хорош. Хозяйка, кстати, тоже ничего. Ну, прикольный. Это он еще подстриженный. Офигеть, конечно. Я кайфую. Ничего особенного, но миленько. Так, ну и миленько, как всегда, финалочка. Где? Потерял. Козел. Сам такой. Козел, нет, это не тебе. Козел оказался на мосту на 25-метровой высоте, но был спасен. Пожарные из Канзас-Сити, Миссури, США, объединились со спасателями из некоммерческой организации KC Pet Project, чтобы помочь козлу. Животное, впоследствии получившее кличку Джеффри, оказалось на выступе моста на высоте около 25 метров и никак не могло самостоятельно покинуть такое небезопасное место. Козла пришлось спасать, аккуратно накинув на него веревку и после спустив на землю. Пока Джеффри живет в местном приюте и, как утверждается, наслаждается всеми радостями жизни. Но вполне может быть, что козел вовсе не бездомный и не бесхозный. В организацию KC Pet Project обратилось некое семейство, которое рассказало, что спасенный козел очень похож на их питомца, сбежавшего еще в феврале. Если эта информация подтвердится, Джеффри поедет домой. Конечно же, есть видос. И про козлятинку. Вот козлятинка. Какого хрена ты там делаешь? Непонятно. Максимально непонятно. Как он вообще туда попал? Ну, я здесь, я козел. Я на мосту. И что с ним делать? Да хер его знает. Да, давай петлей за шею и... Еще накинуть нормально надо, да? Ну да. Деваха такая стоит, да, блядь, что происходит? Здесь морковка. Но козлу я ее не отдам. И такая грызанула, да? О, за рога, кстати, можно. Они ж крепкие довольно. Да. Я, кстати, некогда держал козла за рога, представляешь? Я рисковал поплатиться за это серьезными травмами, потому что это животное оказалось вообще недюжинной силы. Тогда я подохренел. Я такой держу, там у нас, короче, у моих родственников был заведен тогда козел, который вырвался из своей вот этой вот импровизированной клетки и бегал по участку садово-огородному. Ну, я его поймал за рога, и еле-еле мне хватило силы это, ну, как бы удержать в том виде, ну, пока дядька с собакой не прибежал. И не отогнал это чудо до клетки обратно, чтобы оно больше не бегало. Так что... Ты готов окончательно умилиться? Давай. Самые симпатичные полицейские собаки были представлены общественности. Так. Очаровательные щенки, которые пока целые дни проводят, предаваясь сну и играя друг с дружкой, в скором времени станут официальными сотрудниками полиции Тайваня. Крошечных лабрадоров, всего несколько дней назад представленных общественности, уже окрестили самыми милыми полицейскими собаками в мире. Родители малышей тоже трудятся в полиции, и все их отпрыски практически с момента своего рождения приступили к тренировкам и обучению, пока что в форме игры. В результате лабрадоры будут в состоянии искать наркотиков и взрывчатые вещества, а также преследовать и задерживать преступников. Пан Тянь Лонг, капитан полиции, рассказал, что все 6 щенков, несмотря на свой юный возраст, обладают амбициозным и смелым характером. Все офицеры очень любят своих подопечных и обеспечивают им круглосуточный уход. Не грузись, здесь. Полицейские злые, ух, собаки. Ну, прикольные такие. Ну, мелкие лабрадоры. Главное, уже полицейские. Черный, белый, да? Уже полицейские, да. Вырастут быстро. Псины растут быстро. Не снимай! Такой лапу такой, не снимай! Ну ладно, это сработало, да. Я практически окончательно умилился. Хорошо. Ой! Много рекордов сегодня. Слишком много. Я старалась. Да. А это оставлю на следующий раз. Как-то получается вот так. Как-то вот так, да. Я задолбаюсь все это скачивать. Так, подожди, тихо. Подожди, секунду. Смотри. Осели. Какая красота. Оно все такое мелкое и неуклюжее. Зеленого не хватает, реально. Да. Вот так. Шикарно. Прям фартануло, да, под конец. с финалочки. Да, сегодня рекордное количество прерываний стрима. Вообще, что-то, короче, ВКПЛ сегодня это как-то заболело. Суббота вечер. Дичь типа. Какая-то. Дичь какая-то, да, действительно. Удивительно. Вот как-то так. Как-то так, друзья мои. Чё мы? Через неделю да? Нет? Нет? Да? Да. 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 Я тоже думаю, что да. Потому что рабочая неделя у нас будет нынче короткая. Всего лишь из 2 дней состоящая. Мы отправляемся. Я из отпуска отправляюсь на 4 выходных. Да. Хитрый жук. Все, короче, хватит. Рекордов вот этих ваших на всю жизнь хватило. Как-то так, ребята. Как-то так. Как-то так. Увидимся. Ну, когда увидимся. Ну, получается, что через неделю в теории, да? Ну, у нас в теории, не очень обычно, еженедельное наше шоу, оно всегда со странностями, да? Вот, поэтому... Но там же не написано в названии, что он еженедельный. Он просто недельный. А какой там недели? Когда там недели? А хрен его знает. Так. Мы и сами, наверное, не знаем, поэтому иногда мы позволяем себе проебываться. Вот такие дела. Это на самом деле на меня это шоу плохо влияет. Знаешь, как я очень много начал материться. Надо с этим что-то делать. Это хуёво. Мы начинаем не КВН, мы начинаем рейд. Мы начинаем рейд к Алексу Доценту. Он там сидит, играется во что? Квори. Он играется в Квори. Поэтому мы начинаем рейд к Алексею. Передавайте там ему привет, а мы пойдем передавать... Не, ладно, я пойду передавать привет подушке и кровати, потому что я хочу спать. А я вкусным куриным ножкам. Ну, это, конечно, приятного аппетита, да. Это, конечно, да. Вот так. Покеда. Покакушки. Ну, чё там?